Всем привет! Сегодня будем испытывать казан и вот такое кострище под казанчик, который нам сделал Серега. Здесь у нас сам казан. Он 10-литровый, сейчас достану. Купил я шкурочку и щетку. Сейчас зачищу и покрашу. Там термокраска, которая от 600 до 1000 градусов удерживает. Так, я вас немного обманул. Здесь у меня краска на 400 градусов. Ну ничего, сейчас думаю, попробуем. Посмотрим, как она. Если что, потом купим другую. Так, все, сейчас мы его будем топить. Давайте бумаги сюда накинем и дровишек положим. Вот так. Сейчас для начала, так сказать, так это длинный я сделал. Ладно. Поджигаем. О, пошла тема. Ребята, заливаем масло. Сейчас будет жесть. Закидываем лук. Сейчас, наверное, будет все шипеть. Если что, мы убегаем. Не так все плохо. Вот, смотрите, как сразу подгорает. И, короче, выливаем. О, хорош. Хорош. Сейчас мы малец поджарим. Так, добавим малец соли, посолить его, рассало. Ой, красава. Запах идет, просто жесть. У меня слюна там до колена уже. Так, друзья, мяско у нас обжарилось уже, посмотрите. Теперь мы добавим сюда лучок. А вот моя помощница. Молодец, молодец, все порезала. Вот это все сама порезала. Классно. Вот вам подача ресторана. Давай, вываливай его. Сейчас мы будем туда класть. Осторожно. Ага. Шампиньоны. Миньоны. Итак, продолжаем. Теперь мы вываливаем картоха, кабачки и моркошка. Давай, Анечка. Баклажаны. А, баклажаны. Может, картошку отдельно? Нет, прям сразу. Опа-на. Огонь, ребята. Так, надо посолить. Ну-ка, посолим. Класс. И помешаем.
Не знаю, правда, что получится, но выглядит очень вкусно. А еще я заметил на крышке казана вот такая надпись. А.И. Это знаете что? Как расшифровывается? Александр Игоревич. Именной казан, ребята. 10-литровый. В общем, наша смесь протушилась чуточек. И сейчас мы добавим вот это, горошек там, остаточки, которые у меня были. Посмотрим, что получится. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал обязательно. Ребят, ну в общем, все закончилось. Эта эпопея с овощами. Получилась каша-малаша какая-то. Но я думаю, она будет вкусная. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами еще дальше готовить.